Второй день подряд в полицию поступают электронные письма о заложенной взрывчатке в домах и администрациях Одессы. Работники полиции проверили информацию на 8 объектах социальной инфраструктуры и в Малиновском райсуде. Те во время работы следственно-оперативной группы взрывотехников, кинологов и спасателей эвакуировали посетителей и работников. Взрывчатку традиционно не нашли. Напомню, 11 января также поступили ложные сообщения о заминировании двух больниц и того же Малиновского суда. Да.